Риктусанка! Риктусанка!
Flip!
Молодец, Гарри! Ты выполнил практикум по заклинанию Rictus Emperor. Оставшееся время объявляется твоим личным рекордом. Здравствуй. Хочешь что-нибудь купить? А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Только что из печати. Чтобы совершить покупку, выбери «да». А чтобы отказаться – нет. Я не собираюсь раздавать свой товар даром. А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Только что из печати. Отказываешься от сделки? Ну, как знаешь. Скоро начнется награждение лучшего факультета недели. Идем со мной. Доброе утро, друзья! Напоминаю всем, у кого плохая память на имена. Меня зовут Альбус Дамблдор. Я директор этой школы. Итак, начнем церемонию награждения лучшего факультета недели. Представитель этого факультета получит право зайти в комнату победителей. Продолжительность этого визита будет зависеть от того, насколько победитель опередит факультет, занявший второе место. Итак, что там у нас в ведомости? Больше всего баллов набрал Гриффиндор. Гарри, тебя ждет комната победителей. Удачи тебе и помни. Ты должен собрать как можно больше конфеток, а время ограничено. Гарри, вот ты где. Наконец-то я тебя нашел. Привет, Вуд. Идем, Гарри. У нас тренировка по квиддичу. Другие команды еще спят, так что мы будем первыми. Но я даже не завтракал. Потом позавтракаешь. Бежим на поле.
Алла Амора! Эй, Гарри, как насчет покупки? У нас лучшие цены в Хогвартсе. Эй, Гарри, как насчет покупки? Сегодня со скидкой. Эй, Гарри, как насчет покупки? У нас лучшие цены в Хогвартсе. А что у тебя есть? Нимбус 2001 – лучшая метла, которую можно купить за деньги. Как хочешь. Правда, не уверен, что они у меня еще появятся. А что у тебя есть? Доспехи для квиддича. Точно такие же, как у пушек Педл. Покупатель всегда прав, даже в таких случаях. Хочу, чтобы мои волосы блестели так же, как у профессора Локонса. Гарри, слушай меня. В этом году мы просто обязаны выиграть кубок. Значит, нам придется тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Для начала вспомним прошлогодние тренировки. Красный мяч называется квофл. Охотники забивают им голы. Тебя, ловца, он волновать не должен. Два синих мяча называются бладжеры. Берегись их. Если такой мяч попадет в тебя, тебе не поздоровится. Золотой снич. Вот твоя главная цель. Ты должен поймать его, прежде чем это сделает ловец команды соперника. За лето ты наверняка многое подзабыл, так что начнем с азов. Сейчас я выпущу снич. Постарайся поймать его. Если снич окажется достаточно близко, твоя рука сама потянется к нему. Направление полета метлы можно изменять с помощью клавиш со стрелками. Скорости Нимбуса 2001 для этого вполне достаточно. Ты сразу же приблизишься к Сничу. Столкнувшись с бладжером, ловцом противника или еще чем-нибудь, ты потеряешь скорость и отстанешь от Снича. Ну, Гарри, Снич совсем рядом! Быстрее нажимай левую кнопку. Лови снич. Я смотрю, наша команда уже в сборе. Тогда сыграем тренировочный матч. Уклоняйся от бладжеров и игроков соперника. Сейчас играю роль ловца другой команды. Приготовься. Смелее. Противник всегда готов проделать с тобой то же самое. Доспехи для квиддича защитят тебя от ударов при столкновении с другими игроками и бладжерами. Пока чужой ловец рядом, ты ни за что не сможешь поймать снича. Приблизившись к чужому ловцу, оттолкни его в сторону, нажав клавишу Ctrl или левую кнопку мыши. Ну, Гарри, толкни его, чтобы он не мешал тебе... Неплохо, ребята. Гарри, ты в отличной форме, а значит, в этом году кубок будет наш. Вы что, еще не закончили? Не, смотрите, сюда идут слизеринцы. Откуда они взялись? Сегодня стадион наш. Эй, да у них новые метлы. Похоже, это Нимбус 2001. Ничего себе. Да это Нимбусы. Подарок Люциуса Малфоя. Что Уизли нравится? Малфой! Что ты здесь делаешь? Я теперь ловец команды Слизерин. А вам пора подумать о новых метлах. Ваши чистометы с нашими нимбусами даже рядом не стояли. Зато ни один игрок нашей сборной не покупал себе место в команде. Все они попали туда благодаря таланту. От твоего мнения, грязнокровка, никто не спрашивает. Фуй, ты за это заплатишь. Мне хотя бы есть чем платить, в отличие от некоторых. Рон, не связывайся с ним, не стоит.
грязнокровки. Этой презрительной кличкой некоторые волшебники награждали тех, чьи родители были обычными людьми. Между тем наступил октябрь. Ночи становились все холоднее и холоднее. А в Хогвартсе тем временем начали происходить довольно странные вещи. Гарри, следующий урок – зелья. Давай поспешим. Со Снегом шутки плохи. Кабинет зелий находится в подземелье. Идем со мной.